Приветствую вас, братья и сестры. Меня зовут Алексей. Приехал с Красноярска. Некогда я не человек даже. Некогда меня даже за человека не считали, начиная это с самого детства, потому что я, будучи, родился в хорошей, обеспеченной семье, начал жить на улице, когда я был еще маленький. 8 лет я первый раз ушел из дома, и сейчас мне 33 года, и я дома еще не был. Дело в том, что я вообще считал, что мои родители, они какие-то кулаки завыточные. Я всегда относился к ним так, как, ну, не должен был относиться к родителям. Я не любил их. Я не любил их, я не любил никого, ни в мире, нигде. Я отсидел 12 лет за 3 раза. И знаете, где бы я ни был, я ни разу не нашел этой любви. Я ни разу не пытался искать ее в самом себе. Я не пытался ее искать в ком-то или во что-то. Я пытался утешиться чем-то, но никак не тем, чем утешаюсь сейчас. Сейчас, слава Господу, Господь Иисус, Он явился в жизни моей. А явился Он как? Я однажды услыхал об Иисусе Христе, но я не принял этого. Я услыхал, что есть Бог. Но я вообще считал, что святые люди, они живут в тайге, они прячутся, их никто нигде не видит. Потому что я сделал выводы из того, что я пришел в православную церковь и сказал, что мне надо покаяться, мне сказали, приди завтра. И я так удивился, честно сказать, ушел, и больше я там не был. Потому что через 2 дня меня привезли в церковь к пятидесятникам. Меня привезли в центр реабилитации, привезли с простреленной ногой. Привезли в том состоянии, когда я сказал, Господь, если Ты есть, Ты меня спаси. Потому что у меня уже не было ничего, не было надежды не то, что на себя, у меня не было надежды ни на кого. У меня были впереди меня рельсы, я сидел на лавочке, были впереди рельсы и шел трамвай. Все, что произошло в тот момент, оно пролетело как кадр моей жизни, он просто быстро прошел. Я ничего не увидел хорошего, только одну черную полосу перед своими глазами, начиная с рождения и заканчивая вот тем моментом, когда я сидел на этой лавочке, когда шел трамвай, когда я видел эти рельсы. Но, поверьте, друзья, если бы я на тот момент не был с простреленной ногой, а с простреленной ногой, пока шел трамвай, и пока я сделал эти шаги, как раз подошел трамвай, я подошел к рельсам. Я раньше не смог. Но подошел трамвай, я сел в этот трамвай, вылез на конечной остановке, вылез там и думаю, ну и что дальше? Ты приехал, куда приехал? А я перед этим говорил, Господь, если Ты есть, спаси меня. И вот там, на конечной остановке, ко мне подходит человек и говорит, друг, куда ты идешь? А я на него так смотрю, думаю, удивительное дело. Куда может идти человек, который не может ходить? Я говорю, наверное, я уже пришел. Он говорит, наверное. И начал мне говорить об Иисусе Христе. Я думаю, ну началось. Опять. И знаете, он мне говорит, поедешь в центр? А я уже думаю, да везите меня куда-нибудь уже. Просто куда-нибудь везите. По одной простой причине. Я хотел жить. Я понял одно, что где-то в этом центре, возможно, мне дадут жизнь. Знаете, я не думал о Боге на тот момент, честно сказать, я не буду лукавить, но я скажу, как оно есть. Я думал, меня сейчас привезут в центр, я, как говорили братья, поем, попью, умоюсь, оденусь, заживу и пойду. Вот так я и думал. Но так быть оно и произошло, если бы не рождение свыше, если бы я не встретился с Иисусом Христом в центре. А я с Ним встретился именно там, когда, будучи прошло несколько месяцев, я жил как какой-то законник и фарисей, то есть, основываясь на Писании чисто по закону, что должно быть вот так и никак иначе. И знаете, и в один прекрасный момент, когда я увидел, что от меня отворачивается народ, я понял одно, что здесь что-то не то. Не то происходит. Не тому я учусь. Не там я учусь. Я учусь букве. Ну а буква, она убивает. И я понял одно, надо что-то мне делать с самим собой. Я сюда пришел, меня встретили с любовью, а я что делаю? И вот там я встретил Иисуса Христа. Когда брат мне сказал, он мне не говорил много слов, он сказал, ради Иисуса Христа, сможешь ли ты или нет? А я уже собирался уходить из центра. Я остался.
Знаете, я плакал. Бог пришел, я плакал. Я сокрушился. Я плакал, я не знаю, сколько я плакал, прошло времени. Но я просил у всех прощения. Я понимал одно, что я был неправ. И я сказал сам себе, что, Боже, да не будет такого больше. Я не позволю, чтобы сатана меня обманывал. Сатана сам ко мне не подойдет, но есть духи бесовские. Я сказал, да не подойдут. Почему? Потому что тот, кто внутри меня, он сильнее того, кто в этом мире. Господь мне помог. Почему я должен сегодня являть свою немилость и немилосердие к тем, кто приходит к нам точно так же, кого Бог приводит. Бог привел меня, и я решил остаться в этом служении. Я решил посвятить свою жизнь Богу. Я решил служить в центре, потому что, ну, я понимал, этому человеку поможет только такой же человек, и Бог может действовать через меня. И я смогу ему показать, я смогу понять этого человека, потому что я прошел эту школу, я прошел эту жизнь. И я знаю, какие чувства сегодня у него в голове, и на чем он сегодня может основываться и опираться. И мне будет легче с ним разговаривать, чем пойти в дом делегации, в дом куда-то и разговаривать с тем народом, который будет там, будучи находясь, сидя в костюмах, в пиджаках и будучи никогда не сидевшие в тюрьме. Мне будет легче разговаривать с теми людьми, которые прошли такую же школу, которую прошел я сам. Бог мне поможет в этом. Я сегодня просто радуюсь тому, что я сегодня служу Господу. Служу Господу в центре реабилитации. Есть ответственность за центр, а я у него в помощниках. И я прошу Господа, чтобы он меня в этом укреплял. Слава Богу. Слава.